отличная картинка, да? Связи Соломона с бомбой тут все равно не видно. Еще что-нибудь есть, сержант? Еще что-нибудь? А что еще нужно? Вы же видели, как он убил Миллера. Сержант, вы на себя посмотрите. Вы в этой истории на каждом шагу. Вы иди. Да бля, вы что, копы? Вы на чьей стороне? Слушайте, вы были в комнате, в которой снималось это видео. Вы были в банке, где нашли бомбы, верно? Да, все так. Мы нашли 3 держателя для бомб, порванные карты. Соломон засветился на камере с Аль-Баширом. Здания больше нет, улик нет, ничего у вас нет. Да. Понятно, а когда? Точно? Ясно, спасибо. Похоже, одно из имен, используемых Соломоном, засекли здесь. Нет. Вот видите! Начинает сходиться ваша история. Аль-Башир ясно заявил, Соломон его правая рука. Правда? Когда? Когда мы за ним пришли. Кампо и я. Бродяга 1-3, бродяга 1-4. Мы на подходе. Какова обстановка? 1-3 готов. Прием. Принято. Мы быстро приближаемся. Конец связи. Это Коул. Какого хера он ведет штурмовой отряд? Что-то тут не так. Так, туши свет. Надо затемнить зону высадки. Давай по готовности. Отлично! Два налево! Продолжай! 1-4. Зона высадки в безопасности. Наблюдаю. Прием. Понятно. Один-четыре, мы видим. 1-3, очистите нам улицу. Принято. Надо сместиться направо, чтобы была видимость. Прием. Один-четыре, мы на месте, прием. Принято. Двигаюсь. Блэкберн, что видно? Сука, ССО! 1-4, держитесь. Враг впереди. Боевой контакт. Прием. 1-4. Держись. Противник прямо перед вами. Ориентировка по расположению отрядов. Направо. Пара этажей вверх. Ковнюк на балконе. Снимай его. 1-4. Отлично. Выдвигайтесь на точку право. Прием. Вас понял, 1-3. Давай, пошли. Увидимся внизу. Не высовывайся. Пошли. Thank you.
Переулок впереди. Пошли. Ты первый. Я тебя прикрою. Кто-то видел. Сука! Там чувак наблюдает за улицей. Ориентир – неоновая вывеска слева. Второй этаж. Наблюдатель расположен открыто. Снимай его. Отлично! Стой! Укрытие! Бегом! Бегом! Скорей, пока они не вернулись. Говорит бродяга 1-3. Мы у точки Браво. Принято. Мы ждем поблизости. Два бойца ССР перекрывают дорогу. Расчисти путь. Прием. Вас понял. Прикроем. Вот они. Прямо по улице. Черт, вали их быстрее! Хороший выстрел. 1-4. Путь свободен. Понял. Прикрой их переход. Все чисто. Сюда! Не высовывайся там! Сюда! Держись ближе. Пройдем здесь. Бродяга 3-1. К вам идет пеший патруль, как поняли? Понял. Слышу хорошо. Теперь тихо. Используй нож. Беги, не останавливайся!
сигнализацию. Держись рядом. Держись рядом. Это должно их занять. Пошли. آره نم ببین راستی شنیدم که عربه توی اینجاست تو شهر اومده تو همین منطقه دیدونه اومده رئیس رو ببینه برای همین اینجا قصد سر بزن اون دوچنو شتو تا سکزاو پر البشیر تک دوائی سودا Давай сюда, Блэкберн! Боб, лестница. Мы можем срезать. Выйдем с той стороны квартала. Вызови центр по этому ебучему радио. Он мог бы им и данные для засады передать. Срежем тут. Черт, готовься! Господи боже, вот оно. Это ж та самая чертова комната. Тут все и было. Я бродяга 1-3. Мы у точки Дельта. Тут что-то есть. Как понял? Поточнее можно, 1-3. Вижу доказательство, что здесь казнили капрала Миллера. Совпадает по описанию, постановке камеры, вообще по всему. 1-3, вы уверены? Более чем. Срочно пошлю отряд. Спасибо. Первая дивизия морской пехоты захватила восточную часть. Битва за город почти окончена. Давайте закончим сегодня. Понятно. Они идут. Надо обождать. Граната, сволочь! Хорошо, чисто. Пошли.
встает на свои места. Кол пытается лично сдать Аль-Башира. Он уже 100 лет в капитанах ходит. Вот и пытается доказать начальству, что не полный ушлепок. Звездочку получить хочет. Долбанный искатель славы. Блэкберн, Кампо, сюда. Мы в 200 метрах от нужного здания. Осталось пройти через магазин. Если готовы? Если будет шо, подходим да, сюда, приступаем. На эту позицию. Как поступим? Блэкберн, Камбо, вы будете прикрывать крышу отсюда. Потом встретимся у входа в магазин. Теперь мы точно знаем, где Аль-Башир. Можно его хлопнуть? Нет, конечно. Аль-Башир нужен нам живым. Надо расспросить его о бомбах из банка. Никаких расправ, как с Бен Ладеном. Это всем ясно? Все сделаем. Работаем. Входим. Баткович, со мной. Один четыре, 1-3 на позиции. Понял. Начинаем. Дайте мне сводку и отчет. Конец связи. Один три на позиции, готов. Прием. Давай по готовности. Давай уже, черт тебя дери. 1-3. Нейтрализуй чертову цель. Отлично. 1-4 на дороге, в движении. Ориентир угол слева от вас. Веди нас. Местность зачищена. На вашем пути техника со включенными фарами. Можно идти. Движемся. Тепловое излучение со спутника показывает активность в двух квартирах на первом этаже. Сначала левая. Маткович, возьми бойца, стой снаружи, прикрывай нас. Вызывной 1-1, понял? Понятно. Готовность к входу. Приготовить светошумовые. Шоп. 1-3, говорит 1-1. У вас есть видимость? Мы тут ни хера не видим. Понял. Прикрываем вас. Справа, в самом низу. Готов. Следующая цель. Первый объект зачищен. Перехожу ко второму. 12 часов. Верхние этажи. Давай площадку.
ниже. На крыше сарая. Видишь? Яблочко! Давай! Давай следующего! Быстрее! Слева от здания. Давай по нему. Блять, еще противник. Блять, они сюда идут. Они идут через игровую площадку. Черт, РПГ на крыше! Вали из сукиного сына! Твой выход! 1-1 на связи. Ориентир нашей позиции. Справа к вам приближается техничка. Огонь по технике! Мы под огнем противника! Следующая комната. Вперед! Вперед! Чисто! Быстрее! Вперед! Вперед! Останови машину! Останови машину! Стреляй по машине! Давай! Бей говнюка! Один четыре, один три. Аль-Башир у нас. Принято. Движемся к точке эвакуации. Силы ССО идут по направлению к вам. Готовьтесь к соприкосновению с противником. Конец связи. Есть! Прикрывай дорогу. Надо его оттуда вытащить. 1-3 на связи, 1-4. Пробивайте к торговому центру. Встречайте там с вами как можно быстрее. Удерживай их у ворот. Не давай никому пройти. Дяга 1-4. Рейзербэк 2-2 на связи. Направляюсь к точке эвакуации. Прием. Вас понял, 2-2. Перемещаемся под огнем. Готовьтесь к эвакуации в боевых условиях. Конец связи.
братан, и серьезнее. Эй, эй, не вырубайся. Не вздумай умереть. Вот так. Эй, как тебя зовут? Как тебя зовут? Меня зовут Фарух Аль-Башир. Держись, мужик, держись, не умирай. Нет, больше нечего сказать. Ладно, как хочешь. Блэкберн, заложи внизу несколько клейморов. Тут будет прорва злобных чертей. Закрой проходы. Когда появится противник, все взорви. Пошли, быстрее, вот они. 1-3, доложите обстановку. Мы окопались в западной части центра, на втором этаже, у точки эвакуации. Понял. Пытаюсь подойти к тебе. Вижу подразделение ССО, они проходят в торговый центр, мимо нас на первый этаж. Должны быть прямо перед вами, прием. Понял. Ты слышал. Смотри и простреливай вход на первый этаж. ССО идут по внешней лестнице на второй этаж. Внимание на входы, прием. Ага. Принято. Прикрой входы прямо. Состояние пленного? Сильное кровотечение, шок. Выглядит плохо. Не дайте ему умереть, слышите меня? Он должен выжить. Ага. Один четыре, один три. Доложить обстановку, когда подойдете к центру. Прием. Под сильным огнем. Подразделения противника выходят из боя и направляются к вам. Выходы второго этажа, как слышите? Вас понял. Блэкберн, нам нужно перейти. Давай. Всем станциям. Бродяга 2-2 в трех милях. Готовьтесь к эвакуации. Конец связи. Thank you.
Забираем через 3 минуты, как поняли? Понял. Мы сейчас немного заняты Аль-Баширом. Он плохо выглядит. Не дайте ему умереть, слышите меня? Он должен выжить. Есть. Блэкберн, иди сюда. Кажется, он бредит. Вам не остановить Соломона, как не остановить восход солнца. А вот и наша карета. Блэкберн, готовься к отбытию. Прекратить огонь! Твои выходят из торгового центра. Осторожно! Пошел! Живо, давай сюда! Нужна помощь! Он умирает! Кали его вот это! Со своими планами поезда. И за это я получу. Слушайте, 14-го держись, не умирай, месяца. Говори с нами. После захода солнца Соломон нанесет удар. Вот херня, он умер. Горите в аду. Не знаю, что за пургу он перед этим нес. Эй, тут телефон. Может, записано что-то интересное?